Всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня я вам хочу продемонстрировать попавшую ко мне в руки радиостанцию в упаковке под названием LASPR. Это аналог радиостанции Урал-Р CB диапазона. Одноканальная радиостанция, работающая на частоте, как правило, 27,2 МГц. Досталась она мне упакованная, как говорится, капсула времени. Никто эту коробку ранее не вскрывал. Мы видим, все запечатано. Заводская упаковка, девственная. Дата выпуска, к сожалению, непонятна. Я так понимаю, август какого-то затертого года. Но это мы увидим при вскрытии коробки. На самой станции должна быть отпечатана дата выпуска. Ну, с Богом. Вот такая вот упаковка. Достаточно хорошо запечатано все. Так, смотрим, что у нас тут в комплекте. Руководство по эксплуатации данной радиостанции. Ее характеристики. Даже какое-то содержание драгоценных металлов указано. Ну, тут, как правило, должна быть еще схема на нее. Но, честно говоря, я ее не вижу. Может, там дальше где-то. Так, смотрим. Гарантийный талон. Дата выпуска 31 августа 92 года. Номер 13156. Радиостанция эта производилась, обратите внимание на вот этот вот логотип. Это логотип Севастопольского радиозавода «Мусон», завода имени Калмыкова. Долгое время эти станции производились. Ни одно поколение сибишников ими пользовались, в том числе и я. Это была моя самая первая радиостанция, с которой я вышел в эфир. Даже дату помню, 31 декабря 1998 года. Ух ты, елки-палки. Вот это парнолон, самый натуральный, разложившийся, зараза. Как мы видим, в коробке имеется противовес. Это вообще не ясно, что какая-то пулька свинцовая. Это ее родная антенна такая. Штыречек вот этот вот выкручивается. И вот таким образом наращивается. Получается вот такое вот чудо. Ремешочек. Теперь вот я не знаю, как этот поролон отсюда удалить. Придется его вот так вот нежно обрывать. Но без мойки, чувствую, не обойтись. Сзади у нас... почистим. Ну да, 27,2 МГц, как я говорил. Дата выпуска. Кнопочка включения. Это у нас батарейный отсек. Интересная штука. Транспортная упаковка, что ли, какая-то. Или это переходник под что-то. Как бы не ясно. Батареи тут использовались элементы, насколько я помню, элемент 316, маленькие бочонки. Общее питание 9 вольт. Сейчас мы ее вскроем. Посмотрим, что вообще внутри. Сорвем пломбы. Даже жалко, честно говоря, срывать, но
интерес все-таки взял надо мной верх. Корпус пластиковый. Здесь у нас находится кнопка передачи. Здесь динамик, он же микрофон. Здесь разъем под антенну, регулятор громкости. Смотрим, что у нас внутри. Вот такая симпатичная плата. 610-й транзистор выходной. Ну и вот такое вот чудо. Даже какие-то КМ-ки тут есть для старателей, любителей всякого вкусного. Но немного, слава богу. Собран приемник на ВР-3. Фильтры 465 килогерц. Жалко, конечно, нет возможности включить, продемонстрировать ее работу, но что есть, то есть. Динамик 0,25 ГДШ, 50 Ом. Чем вообще примечательна данная радиостанция? В первую очередь тем, что это были самые первые радиостанции, выпущенные на территории постсоветского пространства в странах СНГ. Говорится, на заре развития CB-диапазона. Чем она вообще мне не нравилась? Без переделки, конечно, невозможно было на ней работать, потому что микрофон, сами понимаете, обычный динамик, и модуляция была баночная, было бу-бу-бу в эфире. Звучала она очень глухо, поэтому приходилось сразу встраивать в нее электретный микрофон. Это самая первая переделка, которая была просто жизненно необходима, чтобы с тобой вообще хоть кто-то имел возможность связаться. Потому что в противном случае разобрать, что ты говоришь, было просто невозможно. В общем, это моя, как говорится, первая любовь. Данная железка. Вот такие вот пироги. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно ставьте лайки, оставляйте обязательно свои комментарии. Те, кто пользовались этими радиостанциями, кто их ремонтировал. В общем, будет интересно послушать ваше мнение на этот счет. Всем спасибо. 73.